себе не похлопаешь, как говорится, никто не похлопает. Всем привет, меня зовут Слава Пантеров. Это магазин одежды корейских дизайнеров, потому что не хотелось китайцев. Как ты помнишь, все изначально шоурумы, которые появились в Москве, они не занимались какими-то брендами, которые были оригиналами. Вот, все занимались фейком. Фейк в определенный момент все равно грохнется, будет незаконно, как это сейчас происходит, да. Вот, и они потихоньку перетекли на корейских дизайнеров, как Zara, H&M, там и все остальное, но при этом в этом не ходят десятки тысяч людей, которых ты встречаешь на улице. Как я хочу выглядеть? Я хочу выглядеть вот так. Ну, типа, у меня никогда не было такой истории. Сейчас я сделаю одну татуировку, потом вторую, и на этом останавливаюсь. Время там было. Мне только лицо не трогай. Лицо не трогай. Так получается, что в определенный момент своей жизни ты не хочешь быть похожим на остальных. Это приворит еще начинается с того, что ты видишь это где-то. Раньше это было MTV, сейчас это Instagram. Появилось видение мира. В мое время это как раз таки было MTV. Я просто показал там определенное время отцу в телек такой, типа, охеренный мужик, супер круто выглядит, татухи и все остальное. Он сказал, ну, нормально, я тебе разрешаю. Я сделал первую татуировку, получил пизды, вот. Типа, после этого он сказал, вот тебе денежка, иди в салон, сделай нормально. Насколько я себя помню с детства и до сих пор, ну, типа, я особо не меняюсь. Тот же самый гонор и тот же самый какой-то непонятный протест против всего, что меня окружает и то, что я вижу перед собой. Ну, одно из самых главных, наверное, то, что не нужно терять жизнь, а это не нужно терять себя. Поэтому, если у тебя есть какое-то самомнение, какая-то амбиция, пожалуйста, реализуй ее. Но сейчас прошли мечты, которые строят какую-то финансовую, материальную историю. Сейчас мечта создать правильную семью. Ну, типа возраст. То ли пришел, то ли настал, то ли не знаю как это. По факту нужно строить то, что дает тебе счастье в будущем. Счастье тебе дают только дети или что-то с этим связанное. У меня есть жена. Зовут Соня. Весь наркоз мне снилось, что у нас не дети, что мы вышли друг за друга замуж, тому подобное. И я написал после операции. После чего мы встретились, я еще был с гипсом в носу, весь перековерченный, все никак, все остальное, все понеслось. Женился. Ну, понимаешь, да? Поэтому история про то, что после Малахова уходит замуж, что после ринопластики от Малахова уходит замуж, она имеет место быть. Поднимаем тему тусовок. Для меня тусовки ушли, правда, на второй план, если не на третий убежали. Ну, наверное, все-таки потому, что у меня уже был перерасход жизненной энергии. Но вырываться, как сейчас, каждые выходные, там, с пятницы в понедельник, такой истории уже нет. Тоже тупо мешает жизни. Начиная с отношений, заканчивая работой, там, всем чем-то угодно. Ну, вот, поэтому тусовки. Раз в пару месяцев они приемлемы, все остальное нет. Даже на гастролях не пью. Нос. Это на самом деле достаточно важный был вопрос для меня, потому что мне не очень хотелось выглядеть как-то по-другому. И мне Малахов сделал именно так, как мне нужно было. И это было супер круто. Мне сложно, ну, типа, я придирчивый ко всему, начиная, там, типа, от солнца, людей, тени, тем более своего лица, там, или еще чего-то, да, потому что после операции я такой, типа, я очень легко ее пережил, ну, типа, я проснулся такой, типа, покурил сигаретку, скажем так, вырубился опять поспать, на следующий день уже побежал по делам, там, единственное, были синяки, но я, чувак, мне пофиг, да, я носился по городу, все было хорошо. Это о чем я там? 10 дней прошли синяки, там, еще через 2 недели сняли повязку и все. Типа в моменте, ну, естественно, пока был чуть-чуть подопухший, и делаешь массажики, и все. Вот. Но тем не менее, сколько прошло? 1.5 года, наверное, уже еду, да? Но у него сейчас нет никаких изменений. То есть, по факту, он уже стабилизировался, и все хорошо. Хотя я знаю людей, у которых там, типа, от 2 лет он стабилизируется. Вот. Я в этом плане доволен. Малахов вообще в первую очередь мне как друг. Я даже не понял, что он мне сделал операцию, понимаешь? Ну, типа, у меня не было такой истории. То ли потому, что у меня вот на таком я взорванном фане был, то ли еще что-то. Я до сих пор, ну, типа, я его вижу, я сначала думаю, о, Малахов. И вспоминаю, потом мне вскрывал лицо. Вот. И не сохранил мой кусочек носа. Дядь, ну вот что самое главное тебе мешало дышать. Теперь этого у тебя нету. Я тебя поздравляю, малыш. Будешь дышать? Будешь дышать. Потому что они утилизируют, к сожалению, все отходы, а мне очень хотелось его к себе какую-нибудь колбочку домой захерачить. Вот. Но все-таки, наверное, в первую очередь, как друг. И я его в первую очередь и советую, наверное, всем, потому что я знаю его
какую-то частичку маленькую внутреннюю, да, что он безумно добрейший души человек, и он правда радеет за здоровье всех. Потому что каждый раз, когда он встречает меня, я там периодически был синий-зеленый прямо, он мне такой: Славушка, у нас, конечно, долбоёб. Вот. И все время говорит: приходи, давай тебя подправим, подлечим, тут потянем туда-сюда. Friendly. Хочется подвести итоги нашей работы как по наружному носу. Основные моменты, которые мы преследовали, это выставление носа по центральной линии. У Славы было достаточно сильное искривление. Также мы наладили на максимум его дыхательные возможности. Особенностью был здоровый костный шип. И это все нам дало хорошие эстетические, а также функциональные результаты. Конечно, со Славой меня связывают в первую очередь дружественные отношения. В вторую очередь, конечно же, мой пациент. И за этот короткий промежуток времени достаточно произошла сильная, я бы сказал, трансформация в лучшую сторону. И у человека поменялись жизненные ценности, и это, конечно же, в хорошем ключе отразилось на нашей совместной работе как доктор и пациент. Хочется упомянуть, что мужская ринопластика требует определенного подхода. У мужчин мы должны подчеркнуть их мускулинность и ни в коем случае не оживлять их образ, да, то бишь не стирать вот эту тонкую грань между мужским и женским. А нос – это определенно важный элемент, который находится в центре лица и характеризует тебя. Второй очень важный момент, который мы всегда учитываем, это индивидуальная работа. Каждый человек должен оставаться индивидуальностью. И здесь мы не делаем носы на заказ, а строго следуем тому, чтобы он подходил под лицо и черты лица каждого нашего пациента и, конечно же, был гармоничен сам по себе. Конечно же, мы довольны проделанной работой. А это основное, зачем мы, в принципе, здесь собираемся и каждый день прикладываем огромные усилия для того, чтобы достигнуть крутых результатов, чтобы радовались наши пациенты и, конечно же, мы.